Добрый день! Меня зовут Цезарь, я эксперт-менеджер компании Javier Camera, и сегодня я вам покажу нашу продукцию, которую мы производим в Испании, в Аранде-Дуэро и еще в Экстремадуре. Мы начнем с кормушкой для овец, округленной формы. Видите, использую специальные отверстия для голов животных. Это в основном используется для сена. Потом мы перейдем в рукав для блокировки и разгона, также для овец и коз. Входящая дверь, чтобы удобнее работать. Это кормушки для комбикорма и для смеси. Все материалы оцинкованы. Есть тоже другие кормушки другого типа, которые совмещаются именно для корма. Тоже для корма и сена с тележкой, чтобы было удобнее осуществлять подачу. Ну, и другой форме, прямоугольной. Вот. Это для сена, для больших пакетов. И потом любые типы ограждений. В зависимости, есть маленькие, обычно используются во Франции, а высокие обычно используются в Италии и Франции. А потом другие уже используются тоже для разных пород баранов. Видите, есть еще с дверью, для того, чтобы малыши могли спокойно проходить, а матери не смогли уходить. Давайте перейдем к родильным отсекам, как также мы называем боксы. Это для ягнят. Со своим кормушкой и поилкой. Видите, специально она пригодна на обе стороны. Вот кормушка. Также у нас есть другая кормушка для очень большого пакета сена, могут быть для очень длинные, там до 100 метров в длину. А это круглая кормушка, специально с отсеком, чтобы просунуть голову, и можно было спокойно принимать пищу. Все это теплые оцинковки, это тоже кормушки, они бывают двухсторонние, односторонние, но они уже предназначены для автоматизированного кормления. Как вы видите, можно вручную, без крышек, или же автоматическими трубой, которые подключены к силусам. Есть разные размеры, разные модели. У нас дальше другая еще кормушка для больших, для большой пачки сена. Это такая легкая модель. И еще интересная тема, это кормушки специальными ограничениями для того, чтобы только могли малыши питаться, а матери не смогли по размеру. Они не проходят. Только смогут питаться малыши. Мы делаем и весы. У нас очень большой каталог продукции. Мы специализируемся на козах и овцах. Вот, видите, это рукав с одним выходом передвижной. А если мы с вами пойдем дальше, у нас специальная система инмоверизации с прицепом.
Это рукав, который зажимает животное, и он абсолютно передвижной. Тоже мы можем вам показать другое оборудование для переворота животного. Вот так выглядит. Ну, а также у нас есть, конечно, еще продукты для коров. Но что мы вам рекомендуем, это что вы зашли на наш веб-сайт и посмотрели весь каталог продукции. Перед тем, как закончить, покажем вам нашего робота. Он подает питание, корм, запрограммированной дозировкой, полностью автоматизирован, контролируется через компьютер, через мобильное устройство.